В новом выпуске узнаем о том, что школьники из Акмолинской области с раннего возраста задумываются о будущих профессиях, отметим, какие пути развития нужных навыков и талантов им предоставляются. Поговорим о возможностях продемонстрировать свои умения и помериться силами со сверстниками. Не пропускайте программу «Цифровой формат» на телеканале КОКЩЕ во вторник в 17:00.